Всего денёк хоть отпеть, и всё. Как мы сейчас знаешь, куда едем? Да я-то знаю. Точнее, я подписчикам. Знаете, куда мы сейчас едем? В автошколу. Мы едем в автошколу, да. Давай взятку. Решили, что Илюше пора учиться идти на водительские права сдавать, учиться ездить и все такое. Да, Илюша? Да. Жизнь. Сейчас поедем, узнаем. Жизнь заставляет, кстати. Никогда не хотел права, но... Вообще, автошкола раньше здесь была, но ее перенесли вот в одну из этих новых домов. Сейчас пойдем искать с Илюхой. Где там? Девочка туда пошла? Нет, девочка наша куда-то. А, да? Ну, славно. А, ну да, вот вижу. Автошкола. Сейчас пойдем посмотрим. Ну, недалеко они переехали, я хочу сказать. Ой. Какой-то у тебя фонарик маленький. Короче, тут нет, походу, автошколы. Вот дверь. Илья. Блин. Нет никого? Не, Илья. Что ты делаешь? Боже мой. Так. Ладно. Куда? Вот в это здание? Ну, вот чуть-чуть. Там тоже закрытой вывески никакой даже нет. У нас все вариант сюда. Ну смотри, даже по снегу видно, что там никто. Хотя там машина какая-то стоит, или это на стоянке стоит. Пойдем, ладно, какая нам разница, раз уж приехали, да? Ой, боже, как здесь скотка. Здесь плитка, она просто. Капец. Корова на льду, да. А адрес какой указан? 18 дом. Высоте. Знаешь почему? Ну посмотри, здесь все заброшено. Так они все строят. Просто капец. Все заброшенное. Пиво. Пиво главное. Илья посмотрел по карте. И вроде как в другом месте. Сейчас пойдем искать. Потому что мы решили в это здание тоже не ходить. Оно вроде как заброшенное выглядит так. Сейчас между этих домов походим. Поищем. О, рыболовка. Рыболовка. Рыбалка. Рыболовка, блин. А. Не можем мы пока найти. Он Илюха звонит по номеру телефона. Нет, ты разговариваешь. Что мы не можем найти, скажи, где вы находитесь? Куда ты пошел? Это дом 66, а нам надо 18. Так вот, это четная сторона. Чего сейчас про? Можно с вами поучиться? Можно? Можно, можно? Наконец-то мы нашли эту автошколу. Фу, тут Пол Паулина отколесили. Обошли. Ну что, сейчас узнаем. Сколько учеба длится, сколько стоит. Что, чего, да как? Разве здесь? Ну ладно. Хорошо. Блин, опять плитка. Ну что такое? Косметический кабинет. Нифига тут всяких разных. Автошкола, автополис. Кроме выходных. Запись в автошколу с 10 до 8. Короче, никто не открывает, никого нет. Правильно я поняла? Часы приема суббота, воскресенье. Звоним по разным телефонам, никто не берет трубки. Алло, да, здравствуйте. Такое дело, вот пришел я на это Павлина 18, получается. И тут написано, администратор работает с субботы, воскресенье, а на сайте написано, вообще там четверг, что-то там еще что-то. Вы не договаривались с администратором? А как с ним договорить? WhatsApp написать. Так, понятно. Сейчас вам перезвонит администратор. А, хорошо. Но я ему звонил, он чуть не ответил. Не отвечает? Да, не отвечает. Ну, сейчас я ей скажу. Хорошо. Сегодня у меня на завтрак омлет. Я добавила водичку. Она уже выпарилась, что ли. На водичке, короче. Вместо 2 вареных яйца у меня будет омлет из 2 яиц. Каша и свекла. Завтрак. Хорошо, никак себе. Никак. Учим стих. Чахоточные. Мой обед.
суп с курочкой и салат. Холодно. Тебе не холодно? Блин, а мне холодно. Я в этой куртке мерзну. А я, блин, себе не купила зимнюю куртку. На следующий год надо обязательно купить. Сейчас я уже не буду покупать. А вот на следующий год обязательно надо купить себе потеплее куртку. Едем в поликлинику выписываться. Не знаю, сейчас посмотрим как раз. Говорят, там вообще жесть. У нас, я не знаю, у нас было два врача. Одна Левченко уволилась, говорят. Я не знаю, что там вообще. Но нам надо как-то выписаться. Но из врачей, походу, осталась одна. А, нет, еще молоденькая там была. Два врача. Так, сказали, что здесь больные дети. Это наша поликлиника. Здесь больные дети, но нам надо найти какую-то белую пластиковую дверь. И там написано скрининг. Чистая зона. Это грязная зона, здесь только больные. Ну хотя бы написали. А то там еще не написано. Сейчас найдем, господи. Главное, ищи белую пластиковую дверь. Я же видела. Ну вон там какая-то. Вот, мне кажется, вот это вот. Не? Давай это посмотрим. Сидим в автобусе, да, Серега? Ждем. Когда поедем домой. Мама, смотри. Что там? Спасая котенка от быка 2019-2020 года. Угу. Ты кому звонишь-то? Кому? Полиция. А что, она не берет трубку, что ли? Ты замерз? Нормально там? Ну что, погуляли? Нафига себе ты шоколадку купил? Это я кто-то не подарил. Такую шоколадку убить можно. Она огромная. Серега. Игрок. Киберспортная сцена. Ты с кем играешь? Андрея. Вы в королевскую, нет? Тройное взвешивание. 128 и 4. За неделю я сбросила 200 кило. Вот так сейчас выглядит мой график. На первой неделе я сбросила 4,5 килограмма. За вторую неделю я сбросила 200 кило. При условии, что у меня были красные дни. Что были? Они у меня еще до сих пор скоро закончатся. Вот как-то так. За неделю 200 кило. Татьяна за неделю похудела на 400 грамм. Но у меня были красные дни и запор, а она приболела. Поэтому, да и к тому же за первую неделю 4,5 килограмма, тело мое, наверное, сказало, блин, ты что творишь? Оно, наверное, приофигело и решило столько не сбрасывать. Посмотрим, что будет за третью неделю, правильно? На данный момент у меня вес, вы видели, 128,4. Сегодня воскресенье, сегодня мы едим все, что хотим. Завтра овощи, фрукты, ну вот орехи, как на прошлой неделе, орехи и куриная грудка. Ну, наконец-то, наконец-то, не прошло и 100 лет, у нас во дворе расчищают снег, потому что у нас просто такие уже завалы, ходить просто невозможно. Пригнали трактор, людей. С красными лопатами. Им, видимо, вот эта красная машина мешает дальше чистить. И они, видимо, решили, что на этом хватит. Или что, я не понимаю. Никто особо... А, вот, пошли дальше чистить, к дороге. А туда, туда, вот там вот самая жопа. Здесь машины стоят, они мешают трактору.